Ромы, Михай Портореску. Играет блестяще в этом моменте. И таким образом счет на того, что... Нет связи. 4 метра. Спасибо большое, удачи вам. А вот отличиться. Еще угловой у португальцев, еще момент. Все ждем сборной России против сборной команды Германии. Good luck for your team, eh? Good luck. Команда Португалии. Не нужно пятый. Были чемпионами мира в составе сборной России, это Дмитрий Шишин и Юрий Крашенинников. Давайте и поаплодируем, у нас специальная церемония для наших прославленных спортсменов. Сборная России появляется на стадионе. Дамы и господа, уважаемые болельщики, и вновь добро пожаловать! Давай! Дамы и господа, мы представляем состав сборной России! Никонова! Главный тренер сборной России! Еще один шанс и сыграли в третьем периоде. Но что-то давно мы дружненько Россия, Россия не сказала. И это...
Итак, уважаемые любители дамского футбола, уважаемые любители спорта, ваша бурная овация для сборной России! Старт игр. Сборная России играет в 8 часов. Здравствуйте, сборная Эстонии. Спасибо большое, дорогие друзья. До завтра. Увидимся завтра. Приходите.